храме Рождества Пресвятой Богородицы – воскресная литургия. С молитвой в сердце здесь стоит и стар, и млад. Одни заглянули в Дом Божий случайно, заслышав колокольный звон, другие приходят сюда каждый выходной. Называя это потребностью души. Как-то успокаивает, когда придешь в храм, намного спокойнее, душой отдыхаешь. Связывается с тем сокровенным, что у каждого в душе человека, наверное, есть. И уже однажды воспринял как свой, и ходишь сюда. Вот, ну, к себе ходишь, к Богу ходишь, к домой ходишь. Некоторые люди говорят, редко заходят. А я не знаю, вот у меня душа всегда в храм тянется. Каждое воскресенье стараюсь, если я не на работе, идти в храм обязательно. Мне нравится в нашем храме. История Уральской церкви началась в 50-60-е годы, когда в поселок приехало много переселенцев, когда забила первая нефтяная скважина. Уже тогда, несмотря на запреты, неустроенность быта и тяжелую работу, люди собирались вместе, пели псалмы, читали священные книги, которых в то время было очень мало. Из-за отсутствия священника новорожденных погружали старшие в семье. Позднее для молитв выбрали ветхое здание, в котором раньше располагалась столовая. Украсили его скромным церковным убранством, так и жили, пока не заговорили о строительстве настоящего храма. В 93-м начался сбор средств, и в том же году прибыл в Урай отец Иоанн. Тесновато было, то жарко было. Все переживали тогда, чтобы здание не загорелось, потому что было деревянное, как помню, когда была молния, по проводам, смотри, такие искры полетели. Ну и когда ездил в отпуск, если только ночью позвонит домой, то уже, наверное, храм горит. Вы очень переживали и относились к этому очень осторожно, но, слава Богу, все прошло, обошлось все хорошо. Нужно было, чтобы большой храм был, тут же был маленький, старый, а народу стало ходить намного больше. Интересно, что когда выбирали место под строительство храма, рассказывают очевидцы этого события, увидели на небе радугу необычайной красоты. Это знамение и повлияло на решение возводить церковь именно здесь. Строить ее помогали все, кто был неравнодушен к благому делу. Старое поколение уходит, приходят новые, но уже наиболее благосклонно, скажем, и более одобрительно стали относиться и к православию, и к церкви в городе. Поначалу было очень жестоко, и, скажем, даже если так можно выразиться, потому что когда стоял крест на месте освящения вот этого храма, еще до строительства, сам крест подвергался надругательствам, был порублен неизвестными лицами, потом его поджигали, гвозди вбивали в него. Но сейчас, скажем, сама церковь уже, и народ ближе к церкви стал, и церковь сама ближе к народу стала. Больше интереса у народа проявляется сейчас к церкви. Конечно, и люди стали намного мягче и положительнее. Первое богослужение в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялось на праздник Рождества Христова, 7 января 2000 года. Храм, конечно, были голые стены, ни икон, скажем, таких не тоже все это обжить надо было, очень трудно было. Не было здания воскресной школы, мы по всему городу ютились, где могли, очень трудно было. Но то спасло, что были силы, были молоды, все, и преподаватели, и я, и матушка. В этом году исполнилось ровно 20 лет, как отец Иоанн начал свою службу в Урае. Прихожане давно его уже полюбили, называют своим батюшкой, родным. Правильный батюшка. Ну, то есть он и пожурить может, и отругать может. И, в общем, всегда войдет в положение, поймет. То есть он и обыкновенный человек, с одной стороны, и с другой стороны, это слуга Божий. Да, когда вот ездишь, да, вот там такой храм, там такая архитектура, там такие вот иконы, да. Здесь такой, там в Дивеево приезжаешь, в Верхотурье приезжаешь, там тоже большой храм. И все равно тянет домой, правильно? Это после долгого путешествия. Вот и так же и наш храм тянет, потому что свой дом, тепло. Пришел уже как себе домой, все это родное, знаешь, где какая икона, знаешь, куда к свечке поставить. Батюшку увидел уже, всего, какую-то папу родного увидел, ну, наконец-то я дома. Ну, такое вот ощущение в храме. Священнослужитель, говорит отец Иоанн, это не просто профессия, это особое призвание, образ жизни. Да, батюшка совершает церковные таинства, но его работа не ограничивается часами богослужений. Большую часть дня занимают административные дела. Служение в церкви – это не только церковная ограда, это общение с людьми. Это как дома отец, понимаете, то погладил, а то поругал.
Вот, а того пожалел. Вот, это то же самое. Это и работа с администрацией города, да, и с градообразующим предприятием «Лукойл». Это работа со школами. Сегодня мы заключаем договора, порой не хватает времени и силы, потому что все это надо, а от времени не хватает. С появлением Ханты-Мансийской епархии в Урай направили второго батюшку. Отец Дмитрий недавно закончил семинарию. Несколько месяцев служил диаконом, а полгода назад был рукоположен в иерее в Нижневартовске. Когда направили в урайский приход, послушно перебрались с семьей за 1000 километров. Наш молитвен пречистой своей матерью, и же святых отца нашего, Иоанна Константина Града Златоустого и святых. Этот приход для меня первый, вот, поэтому здесь... Я, так сказать, набираюсь опыта у более старшего отца Иоанна. Вот. Приход, честно говоря, несколько иной. Да, Нижневартовский приход большой и разрозненный. А здесь более такая теплая семейная обстановка на приходе и более близкие отношения между прихожанами и священником. Сейчас отец Дмитрий хочет привлечь как можно больше молодежи в приход. Ведь многие из девушек, юношей верой интересуются, однако саму религию отвергают. Если я верю в душе, а в храм не хожу и никак свою веру не подтверждаю никакими делами, ни молитвами, иногда молитвами, но домашними такими, то где моя вера? Ну, то есть, вот апостол Павел очень хорошо про это сказал. Вера без дел мертва есть. Ну, то есть, если мы верим, но в душе, и никаких дел у нас нету, значит, эту веру мы загнали в самый дальний угол нашей души и забыли про нее. Вот. А если мы действительно верим и действительно стараемся жить, как христиане, то нашу веру видно, она есть, мы в храме, мы делаем добрые дела. В дальнейшем будем работать с призывниками, которые выходят в армию. У нас священник будет с ними проводить собеседование и молебны. В Урайском храме Рождества Пресвятой Богородицы есть свое чудо. Это икона Господа Вседержителя. Ее пожертвовал кто-то из прихожан. Кто именно, священнослужители уже и не помнят. Икона очень старая, датируется примерно 16 веком. В 2004 году она начала кровоточить. Кровяные слезы потекли из глаз Спасителя. Это событие встревожило всех, кто увидел чудо воочию. Но если сравнивать с другой иконой, которая кровоточила в селе Державино, то тоже истечение крови происходило тоже из глаз. К чему кровоточат иконы, священники до сих пор не могут дать однозначный ответ. Когда на изображениях святых чудесным образом появляется мира, масло, источающий аромат, это к благодати. А кровь? Что это? Знак любви или сигнал тревоги? Бывают такие предзнаменования, либо в канун каких-то, может быть, мировых катаклизмов, изменений в мире каких-то, может быть, в природе, может быть, что-то такого. Поэтому, то, если только с этим можно связывать, никак больше. Это чудо. Ну, это чудо, естественно, это неоспоримое чудо. На сегодняшний день таких икон в России немного, буквально считанные, скажем, единицы. И вот одна из них у нас... Икона Вседержителя в Урае кровоточила всего один день. Маленькое блюдце, на которое скатывались капли, отнесли на медицинскую экспертизу. Результаты подтвердили, что это действительно кровь. Группа крови четвертая. Это очень редкий резус показательный о том, что и то, что кровь исходила, которая на Державинской иконе Спасителя, тоже, которая кровоточит, и на нашей иконе, одна и та же. Чтобы посмотреть на чудо, в Урайский храм приезжают из соседних сел и городов. Обретом веру истинную.
Здесь в храме и своя звонница. Самый большой колокол здесь весит 660 килограммов. Звонарь Денис – студент, учится в местном колледже. В храм пришел давно, привела бабушка. Понравилось, попросился помогать в алтаре. Потом интерес проснулся к колоколам. Я учился месяца три, наверное, звонить, хотя бы простой звон. То есть не праздничный, но простой. Так поначалу кажется тяжело, а потом, когда уже начинаешь, уже руки сами идут вместе с ногами. Когда звоню, как-то и на душе радостно становится. Мне просто это нравится. Ходить, звонить. Колокольный звон обладает дивной силой, которая проникает глубоко в сердце, заставляет задуматься над смыслом жизни. Говорят, что звон способен изменить душу человека. В старину верили, звон колоколов спасает людей от эпидемий и ограждает от войн. Есть при храме и воскресная школа. Детям, начиная с малых лет, рассказывают о Боге. Объясняют, зачем человек пришел на землю и что он должен делать, чтобы жизнь свою наполнить смыслом. Каждые выходные дети спешат к любимым педагогам. Я хожу в воскресную школу с 5 лет. Мне нравятся уроки, хорошие педагоги. Рассказывают про закон Божий, про святых, про их жития. Здесь учат верить в Бога. Здесь много друзей лучших. Они легко ответят на вопросы, что такое исповедь, причастие, смогут рассказать о жизни Христа. Крестился на реке Иордан. Его убили, потому что он был так добрый. Всего Центр Духовное Просвещение посещает более 250 человек. Это дети разного возраста. Заглядывают сюда и те, кто уже закончил школу, чтобы встретиться с педагогами, да и просто побывать в стенах, которые стали родными. Иногда дети ведут родителей за руку и говорят, что мы хотим в воскресной школе. Иногда дети, общаясь в общеобразовательных школах, рассказывают, что им здесь было интересно, что познавательно, и ведут сюда своих друзей, подруг. И наш директор принимает детей вот в течение всего года. Самые любимые уроки у ребят художественные. Это гончарное искусство, живопись, бисероплетение, вышивка, шитье. Дети часто организуют выставки, готовят спектакли, выступают на городских творческих мероприятиях. В заснеженной и морозной тайге люди особенно ценят тепло. Вот и собираются вместе, чтобы быть бок о бок с теми, для кого в жизни важнее любовь, доброта и доверие. Почему каждый год у нас все больше и больше прихожан? Потому что люди, которые пришли действительно от чистого сердца, ну, попросили что-то, помолились, да, у них тяга возникает, идти в храм, там хорошо, там тепло, как к маме домой приходишь, у мамы же всегда хорошо, так же и здесь. Без Бога, как говорит пословица, без Бога не до порога, и поэтому, когда человек живет со Христом и во Христе, и жизнь проходит легче, и все невзгоды и беды кажутся совершенно ничем. Вот. А когда человек за порогом церкви и вне Бога, и вне Христа, тогда ему кажется, конечно, жизнь тяжела бывает, и все невзгоды, и всегда кто-то вокруг него виноват в его же невзгодах. А когда человек все-таки верующий, и он более со смирением все воспринимает, все от руки Божией, и переносит намного легче. Сотворив молитву и перекрестившись, человек принимает это очень легко.